Всем привет, дорогие друзья! Это я, Антоха Власов. Здравствуйте! Сегодня у нас, ну вернее, я в гостях. А, все. Да, а давай попробуем. Вот так, по-нашему, по-русовски. А давай как теперь Брежнев поприветствуем. Нет, так не... Так нельзя теперь, сейчас, да? Сейчас, так, ребят, не надо. Друзей своих мужчин. Время другое. Другое время, да. Вот, и значит, ну что, значит, время идет, времена меняются, и что поделать. И сегодня... Снова и новое время наступило для нового видоса. Новые жести, дорогие друзья. Новая жесть. Непрекращающаяся жестокость нашего человеческого рода. Господи, спаси и сохрани нас всех, Господи. Всем молитву это правда, предлагаю это все-таки сделать, чтобы все было хорошо у всех, да, выучить, на всей планете надо, Земля. Вот, ну что, то, что делаем-то сегодня? Пару слюн. Слушай, ты как ободрился, ты смотрел. Ну, что поделать-то? Живем один раз, ребят, и все будет, все справимся, все по это вместе, все переживем. Что-то Никитос сегодня это самое. Ты... Что-то гоню, давай говори. Не, наоборот, настроение у тебя хорошее, это хорошо, ребята. Все будет в порядке. Все хорошо. Так еще ничего не случилось, подожди ты. Все, дай бабки. Мы как две бабки, которые пришли на это самое, на день рождения, на крестины, вся. Все, главное это самое, и все дадут, и все получите, все будет у вас хорошо, ребята. Это вот считайте наше напутствие. Вообще-то мы вообще поплыли с самого начала. Ну не суть. Смотрим сегодня жесть. Шокирующее преступление основано на реальном фильме. Это не Джиперс Криперс, это не Техас резня бензопилой, фильм другой, какой вообще знает, честно сказать. Но надеемся, сегодня мы разберемся с Тохой и лично уже на нашем контроле это дело находится и решим ближайшее время. Вот это мне понравилось. Так, мы ставим на контроль дело, жуткое дело, я бы сказал, даже Кэти Джо стандарт, блядь. Уже поставили на данный момент. Все. Начинаем разбираться. Поехали. В этом деле, ребята. Эта ужасная история, произошедшая в 2006 году, может шокировать почти любого. Свежак. Молодая девушка из небольшого тихого городка была найдена мертвой в пустом доме. С первых минут было понятно, что в этом деле очень много странностей. Маньяк. Но никто не ожидал такой шокирующей развязки. Или в этом видео мы расскажем вам, что же случилось с Кэсси Стоддарт и почему это преступление по сей день остается одним из самых жутких в истории. А я так считаю, каждое преступление жуткое. Я тоже, кстати, вот этого не очень понимаю формулировку, только самое жестокое. Да, оно каждое преступление, оно жуткое. Естественно, да. И если это произошло, не дай бог, да, с тобой, да, грубо говоря, с твоими близкими, оно еще жестче. Конечно. Никакого другого жестче быть не может, чем оно, потому что оно с тобой случилось. Ну, я понимаю, подробности какие-то. Ну. Это в американском городке Покателло, штат Айдахо. Местные жители... Вот Пердяева, конечно. Местные зарубежные. Знаешь, я даже не из США, но даже я понимаю, что... город. Американский Пердянск. Покателло, штат Айдахо. Это звучит какая-то такая жопа, блядь. Живешь в штате по названием картошки. Да. В городе Покателло. Город картошки, да, да. В жопе, да, в каком... Зацени, Museum of Clean. Музей чистоты. Кстати, у нас есть, помнишь, этот, где кунсткамера, там же у нас есть этот музей гигиены. Ну это, наверное, оно есть, да? Серьезными и сплоченными. Все они привыкли к спокойной... Показывают бритые подмышки и жопы. Говорит, вот так вот люди следят за собой, понимаете, что это религиозный городок, музей чистоты может быть и какой-то духовной чистоты, понимаешь? Ну да, вряд ли там статист моется. Ему говорят, смотрите, как он моется. Какой чистый сейчас будет. Хоть ешь, не ешь. На жизни. Как это часто бывает, никто из них не мог и подумать, что в их городе может случиться нечто. Кэсси была жизнерадостной, доброй и ответственной девушкой, которая никогда не попадала в неприятности. Бля, зацени High School, как выглядит прикольно у них. Слушай, дом советов. Ебать, это High School реальный или Юпитер-Метеж? Слушай, ну если такой High School в городке Покателло... Штат Айдахо. Да, в штате Айдахо. Что уж говорить про штат Вашингтон. Бля, а мне вот кажется, знаешь, в каком-нибудь штате Вашингтон как раз-таки... Похоже было. Какая-то хуйня. Какая-то такая горбёная срань, что вообще хоть вешайся. А вот в штате Покателло, да, ну, в городе Покателло, там вот такие зданицы и есть. Красиво выглядит. И по возможности помогала своей семье. В сентябре 2006 года Кэсси, которой на тот момент было 16 лет, согласилась присмотреть за домом своих родственников.
Ее дядя Фрэнк вместе с семьей планировал уехать за город на выходные. На время их отсутствия. Вот это да, прямо вот куда идти, даже глаза разбегаются. Это Монтана, красиво. Брат. Это Монтана, думаешь? Я думаю, да. Ну, по крайней мере, это около Монтаны 100%. Там вот у них есть этот Йеллоустоун парк. Огромный. Только одну Монтану знаю. Она была у моего деда. Часы вот эти вот. Только такую Монтану знаю. Часы крутые были. Часы крутые были. Ну, вот такой штат. А кто-то должен был кормить и выгуливать собак. И Кэсси без проблем согласилась. Несмотря на то, что их дом находился в глуши, родители не боялись отпускать туда Кэсси одну на несколько дней. Она уже неоднократно присматривала за домом в отсутствие дяди. Да и с двумя доберманами было не так страшно находиться в пустом доме. Кэсси... Дядя как будто в Resident Evil каком-то живет. Да. Вот доберман, слушай, вот я всегда считал, что доберманы, они да, собаки. Доберманами было не как так сказать? Страшно находиться. Маленькие довольно-таки. Не знаю, у меня какая-то ассоциация, что это маленькие худенькие собачки. А они же гигантские тут, на самом деле. Ты понимаешь, в чем дело? То, что вот эти доберманы, от которых ты их видишь, это кони огромные, которые могут прям это, да, ну, сесть на них и поехать. Но дело в том, что есть еще эти доберманы помеси всякие. Mm-hmm. Они выглядят так же, но они реально маленькие. Ну, злобная собака. Доберманы, да. Вот ротвейлер, доберманы у меня всегда тревогу вызывают. Вот сейчас в комментариях люди напишут такие, вот у меня доберман, он прытя. Самый добрый. Он лежит руки, лежит. Это он тебе лежит руки, если я подойду вот так вот. Ой, доберман. Просто вот так вот раз. Я щипнет от меня, загрызет до смерти. Мне вот из боксеров только нравится, ой, ну из бойцовских собак, мне нравится боксер породы. Mm-hmm. Хотя тоже многие к ним так относятся специфично, ну понятно. С опаской небольшой, но все-таки, блин, вот питбули, эти доберманы, ротвейлеры, самые стрёмные породы, как по мне. Понятно, у вас добрые они, конечно, собачки. Да, вот кого не спросил, я не знаю, ни одного человека, который бы сказал, я знаю собаку. Ну только, наверное, в фильмах, знаете, вот визит эта табличка, так, осторожно, знаю собаку. Все собаки добрые, просто только понюхают и так далее. Но самое интересное, да, когда вот там показывают, а вот посмотри, как мы сходили к кинологу, и там этот чувак одетый полностью в костюм этот ватный, хрест, он такой, блядь, почти прокусывают уже, и потом такие, да, она просто, а зачем мы ее тренируете? Играется. Играть так играется. В пустом доме. Кэсси отправилась туда в пятницу 22 сентября и должна была остаться в доме до воскресенья. Угу. Вечером она позвонила матери и спросила разрешения позвать своего парня, чтобы посмотреть с ним фильм. Никит, хочешь, я тебе совет дам один? Не откладывай до завтра. Ну что, можно делать? Давай вычеркнем сейчас что-то. Завтра. Вот так сейчас жизнь не пройдет. Всю неделю мне еб... Вот так вот! Полудурок, и пролежишь всю жизнь на диване, блядь. Windows не обновит. И Windows ты не обновишь. Но мать ответила отказом. Тогда девушка сказала, что посмотрит фильм одна и ляжет спать. На следующий день Кэсси не связывалась с родителями, но их это не беспокоило. Девушка была ответственной и самостоятельной. Да и что могло бы с ней случиться в их тихом городке? Но на следующий день, в воскресенье, Кэсси не вернулась домой в назначенное время. И это уже встревожило мать. Подождав некоторое время, она села в машину и направилась к дому Фрэнка около полудня. Прибыв на место, она увидела, что ее брат с семьей уже вернулся домой. Вот только там их ждало душераздирающее зрелище. 13-летняя дочь Фрэнка, которая вошла в дом первой, увидела на полу бездыханное тело Кэсси. Ее родители тут же вызвали скорую, но девушка была мертва уже несколько дней. Прибывшие на место полицейские сразу поняли, что имеет дело с убийством. Все указывало на то, что Кэсси получила множество ударов острым предметом. Изучив место преступления, они заметили несколько потенциальных зацепок. Одно из окон на цокольном этаже было разбито, а дверца электрического щитка приоткрыта. Ну все, то есть как минимум она этого человека не знала. Ну, да. То есть ты не будешь... Твой друган не будет выбивать стекло, чтобы к тебе в гости зайти. Ну, да. То есть этот человек был незнакомый, да, который вломился в дом, разбил окно. Либо это окно было разбито в процессе драки внутри дома. Нет, ну это бред. Зачем это делать? Почему? А может, она хотела выбежать? Может, она хотела привлечь внимание? Всякое бывает. Это же как бы, ну, понимаешь. Да нет, смотри, он в электрощитке выключил свет и просто разбил окно и влез. Вот так он? Ну, конечно, все проще, чем оно кажется. Ты просто... Это реально как в фильме ужасов, знаешь, когда вот обычно... Да-да-да, такой... Кто? Там кто-то был... Да. Выключили звук от битого стекла, и ты... Они внутри.
внутри. Они внутри. Ну, страшно это все. Страшно, естественно. Фрэнк заверил следователей, что он всегда держал щиток закрытым, а Кэсси вряд ли бы туда полезла, поскольку совсем не разбиралась в электрике. Кроме того, задняя дверь оказалась незапертой. Именно через нее преступник мог проникнуть в дом. Вот это я вам хочу сказать. Это просто... Может быть, самая роковая была ошибка, я понимаешь. Вломиться в дом еще не каждый станет этим заниматься. Вдруг сигнализация, вдруг что дверь просто была не закрыта. Ну, это вот американские привычки, да. Что дверь должна вообще быть всегда открытой. Зачем? В Неверхудике живут, и вот так вот просто любой заходит. Не, но справедливости ради, в Советском Союзе тоже люди двери не запирали. Даже... И решетки не вешали на окна. Так сейчас до сих пор так и есть. Нет. Я не закрываю. Не закрываешь? Нет. Я просто беру, хлопаю, так вот щелк, и все, может, подойти человек. Нет, если серьезно, то вот в деревню, куда я езжу к деду, там так еще и есть. То есть на ночь люди запираются, да. Ну, а почему не закрыть дверь? Просто так. А зачем? А кто придет? Ну, максимум. Да это, не, брат, нет. Дверь должна быть всегда закрыта. Дядя Слава за 100 рублями за бутылки, больше никто не... Не-не, в деревнях двери все еще открыты. Хотя вот Гительмана мы ездили, кстати, у него тоже открыты двери были. Во, так я тебе говорю, в деревнях двери открыты. Потому версия об ограблении быстро... Открытые. И вот ходи теперь. Ты, это вы знаете, да, что сейчас происходит? Вот ты приходишь домой, да, например, у тебя на ручку твоей двери насыпана мука. Все, если не сдуешь эту муку, придут это люди такие, значит, никто не живет. Вскрываем хату, никого нету. Они вот так мониторят за квартирой, понял? Да это уже старых. Блин, никто этим не пользуется давным-давно. Пользуется. Нет. Если об этом знает Антон Власов, значит, уже никто этим не пользуется. Ну ладно. Из дома не пропало ничего ценного. Преступник не взял ни деньги, ни какие-либо вещи. Какой красивый дом. Ты посмотри, прямо реально вот загородная хижина. Прямо вот красиво выглядит. Почти сразу. А вот подковы неправильно установлены. Подковы неправильно установлены. Нельзя над головой. Нет, можно. Только они должны быть, наоборот, перевернуты не вниз, а кверху вот так. Почему? Потому что вот в эту подкову наполняется счастье дома. А-а-а. А ты его, Джеффри, выливаешь. Понял, да. Счастье из дома выливается. Так может, наоборот, ты входишь в дом, и это счастье льется тебе на голову, как заходишь. Вот потому и случилось здесь несчастье. Ребята, вы понимаете, в чем? У меня даже щеки загорели. Это так страшно. Если есть... Кстати, у моего деда есть подкова. Понял. И она висит правильно. Вот и делаю выводы. Детективы столкнулись с одним подозрительным моментом. Оба добермана были заперты в комнате на втором этаже. Возник резонный вопрос. Кто и зачем их там запер? По словам Фрэнка, его собаки не подчинились бы чужаку и могли напасть на него. Это указывало на то, что преступник вряд ли смог бы отвезти двух взрослых доберманов в комнату и запереть. Да, это просто понюхать. Значит, я был неправ. Все-таки я был неправ, да? Все-таки был знакомый человек, что ли? А-а-а. Либо сама вот эта вот девочка, да? Вот сама Кэсси, она и заперла этих доберманов. Может быть, это было до убийства еще. Куда более логичной была версия о том, что собак заперла сама Кэсси. Да. Вот только зачем ей понадобилось это делать? Единственным объяснением могло быть то, что... Потому что она позвонила Ёбарю. Mm. И, может быть, он приехал, собак закрыли. Знаете, это, ну, вот это классическая американская история. Оставили девку там то за няню, то еще за кого-то. Она там постоянно, даже там, да любой фильм взять, вот который про это, да даже это же Хэллоуин, да? Сестра звала к себе пацана, пока родители... И тут, может, такое же случилось. Приехал какой-то дурачок ошалевший, который начал это, ну, выкидывать, да, выкидоны. Под вечер пятницы к ней в дом пришел кто-то из знакомых. И ей пришлось закрыть добермана в комнате, чтобы они не набросились на гостя. Ситуация становилась все запутаннее. Исходя из вышесказанного, убийцей мог быть тот, кого Кэсси хорошо знала и впустила в дом. Впрочем, полицейским не пришлось долго ломать голову над этой загадкой, поскольку следующая существенная наводка появилась практически сразу. Новость об убийстве быстро разлетелась по городу, жители которого никогда не видели у себя подобных преступлений. Уже спустя несколько часов после обнаружения тела об этом знал практически каждый. Пока детективы работали на месте преступления, к дому подъехала женщина и заявила, что располагает ценными сведениями.
Оказалось, что это была мама парня Кэсси, Мэтта Бекхэма. По словам женщины, в тот вечер ее сын все же приходил к Кэсси, чтобы посмотреть фильм. Девушка скрыла этот факт. Ну, это ты молодец. Это я молодец. Так и знал. Вот так и давайте, молодежи, га, квартиру. Сразу устраивают там это. Они самое... слушают рок-музыку. Порно-студию и открывают. И порно-студию открывают мгновенно. Они слушают рок, да, матерятся, кричат матом. Собаки, даже доберманы все боятся под диван, да, запрыгнули. В комнаты другие убегают. Они пытают Budweiser, как Bud Light, да, вот этими открывают вот этими глазами вот так вот крышки. И пьют, и бьют эти бутылки. Это я еще раз, блогеры против рок-музыки. Против рок-музыки. Мы... Только если рок не христианский, конечно. Это само собой. Во славу Господа нашего Иисуса Христа. Кстати, МС, знаешь такого, да? Покайся, конечно, знаю. Вот что-то давно от него весточки. Не, я недавно с каким-то челом пересекался, рассказывал, увидел его. Вот так вот. Ну, я видел давным-давно, я его видел сам лично. Ты видел его, Покайся? Нет. Я видел в 2008 году, на Новый год. Я Сергея Роста недавно видел. Да ты чё? Я вот в последний месяц, наверное, вот с Любой вместе смотрим «Осторожно, Модерн 2». Мы смотрим вообще просто вот по кругу идет. И что? И где ты его видел? В аэропорту, я даже сначала не понял. Я думаю, я, ну, стою, курю. Серега? Да особо не изменился, просто очень грустный. Ну, блядь, а кто сейчас веселый? Прямо, не, ну, нет, грусть тут тотально прямо веяло. Я даже не стал беспокоить человека. Вот, думаю, может сфотографироваться, но прям какой-то загруженный он был. Не, правильно сделал, не надо, это лишнее было бы уже. От своей матери, поскольку та запретила ей звать гостей. Полицейские допросили Мэтта и его маму. По их словам, мать позвонила ему примерно в 10 вечера и потребовала, чтобы он шел домой. Но Мэтт отказался. Он рассказал, что в доме происходит нечто странное. Там несколько раз погас свет, а также непонятным образом разбилось окно. Кэсси была напугана происходящим, поэтому парень решил остаться с ней. Бред. Но его мать не поверила. Ты еще? Что еще придумаешь, блядь? Ты вообще, еще надо было ему того же до конца врать, а вообще, что прилетели там инопланетяне, знаешь, везде был белый свет, побились окна. Дом затрясся. Гуманоиды зашли, да, и я уже ничего не помню, все. Я уже очутился дома с мамой. Не помню, как приехал, ничего, задница болела. Зонт, видимо, там этот, о, как там, гастроскопия, или как она там называется. Анальный зонт ему вставили. Не-не, ну, потому, не знаю. Что, так анальный зонт, это медицинский термин? Очень сомневаюсь. Но я же не сказал жопный зонт, я сказал анальный. Не, я там, нет, по-научному это что? Это самое гастрофиброскопия или как-то... Ой, ну это ты уж, бля, латынь. Я говорю тебе по-нормальному, ну, по-английски. Колоноскопия, вот. По-английски, блядь. Анал... Человек-человек. Аналозон. На 5 минут тебе запрещаю говорить гадости. В эту историю. В этот момент она подумала, что Мэтт попросту выдумывает все это, чтобы остаться с Кэсси. Тогда она решила забрать его сама и поехала к дому. Прибыв на место, женщина выслушала рассказ о странностях в доме из уст Кэсси, и происходящее перестало казаться ей выдумкой. Тогда она предложила девушке уехать вместе с ними, но Кэсси отказалась. Во-первых, неполадки с электричеством и другие странные вещи уже прекратились. Во-вторых, она чувствовала себя в безопасности в компании двух доберманов. Решив, что поводов для серьезного волнения действительно нет, Мэтт с мамой уехали домой примерно в 10:30. Парень не имел ни малейшего понятия, кто же мог убить девушку после их отъезда. Но при этом стекло было разбито. Угу. Вот понимаете, я бы никогда бы в жизни не чувствовал бы себя в безопасности, хоть, не знаю, ну, да. С 5 доберманами, если кто-то мне окно в моем доме. То есть, что произошло? Надо выяснять, кто кинул. Может быть, это было... Сейчас... А какие подожгут? А почему родителям не позвонило? Да, надо было сразу сообщить об инциденте. Бля, кто-то, да, типа, это поджег. Ой, ну, поразбил. Да, надо было сразу мистеру этому звонить и говорить, такие странные вещи происходят. Места. Места. На хуторе на вашем. Как странное говно произошло. То есть, я связался с доберманами, в окно прилетел камень, прикиньте. Кто-то целенаправленно портит имущество. Надо сюда срочно... Полицию вызывать. Полицию, да. Следователь, криминалист. Что это происходит? Детективы не спешили верить юноше и его матери на слово. На тот момент все складывалось совсем не в пользу Мэтта. Да. Он был последним, бред. Кто видел жертву живой, а показания его матери могли быть выдуманы с целью выгородить сына.
С другой стороны, никаких улик против него также не было. Пока Мэтт находился на допросе, медицинские эксперты... Выглядит как балласы какие-то. Как гангстер какой-то. Отдел это полиция, отдел нравов. Покател полис. Establishment 1819. Субстатион 2. И тут смотри вообще. Да, герб у них прикольный. Est perpetua. Лось, старатель, какая-то Афина Паллада. Ну да, ну мудрено, блин. Мудрено, мудрено. Изучили тело вот Кэсси. Вот у нас Пермь, да? Медведь, и на ней на нем табуретка стоит. Чё? Кто это? Пермь, герб. Не видел ты никогда герб Перми? А, Перми. Я говорю, медведь, на нем табуретка. Нет. Так много гербов? А, нет, все, извиняюсь. Медведь, на нем Библия. Ну. Ну тоже странно. Ой, какой прикольный медвежонок. И улыбается, кстати говоря. Да. А мне нравится герб этого Саратова. Три рыбки. Не, а что на медведе делает Библия? Тоже непонятно, честно. Слушай, сказать. Вот эти вопросы вообще можешь не задавать. Никому и никогда. Никому и никогда. И вообще больше никогда не говори вслух. Такие вопросы. Слушай, герб Саратова... Герб Саратова крутой. Это кто такие, осетры, что ли? Да, три осетра с короной. А? Балдёж? Типа, королевские рыбки. Королевские рыбки. Ну. Ну вот тут не постарался дизайнер, мое мнение. Ну что, ну осетры, ну я понимаю, вкусная рыба, но, блин, не герб же. Герб. А что? Давайте на Питер корюшку поставим тогда. Вот, это тема. На сковороде. Да, просто этот перекуп с киларек. Прилавок с корюшкой. Не, гербы имеют очень такое значение, как сказать. Герб в чем суть? Должен сразу же отражать, понимаешь, что происходит в регионе. Так и что, в Саратове три осетра? Что я должен понять-то? А в Перми медведь с Библией на спине? Что я должен понять-то из этих гербов-то? Я понимаю, Санкт-Петербург, понятно, якорь, типа морской город. А с Перми я не понимаю, что там происходит. Ты хочешь, чтобы всех осетров... Нарисовали. Да герб. Че ты как? Не, ну допустим, школьник хорошо. Школьник из комментариев. А почему только три осетра? Там что, только три осетра, что ли? Нет, я понимаю, там много их, скорее всего. Так там миллион. Ну тоже я не понимаю, а что только осетром богат Саратов? Нет, но им тоже. Просто вот моделями. Кстати, хорошо, масштабными. Нет, подожди, последний. Ну а с Перми? Медведь? Медведь и Библия. Я считаю, что это самый удачный герб. Так. Который нужно сделать на гербом России. Да. Убираем орла, медведя ставим. А что тебе не нравится? Ты против? Так, ну, подожди. Сейчас, это мой последний вопрос. Мы быстренько закроем, просто вот, чтобы точно понять. Герб Перми. Я считаю, что вся геральдика, Никита, понимаешь, мы просто слишком поверхностно мыслим. Понимаешь, поверхностно мыслить нельзя. Вот, все, слушаешь меня. Слушаешь, не слушаешь? Ну, слушай тебя, давай. В червленном красном поле серебряный идущий медведь, несущий на спине золотой Евангелие, сопровождаемый во главе щита серебряным уширенным крестом. Так. Это я понял, что это значит. Серебряный медведь – символ природных богатств, окружающих город бескрайних земель, заключающий в себе много металлов, соляных промыслов, разноцветных мраморов и прочих камней. Бля, вот это вообще, честно сказать, увидев медведя, я не читаю, что медведь – это символ природных богатств, окружающих город бескрайних земель, заключающих в себе много металлов, соляных промыслов, разноцветных мраморов и прочих камней. Не знаю, по мне так это супер очевидно. Не, Евангелие, окей, я понимаю, символ христианского просвещения, это все понятно. Да. Это да, да, православие, все дела. Ну, вот так вот, понимаешь, вот так вот. Если тебе, если нет, Никита, давай так, если критикуешь, предлагай. Вот, значит, придешь домой, возьмешь листок бумаги. 10 вариантов гербов. И 10 вариантов хорошего герба нарисуешь. Для Перми. Для Перми. Ладно. Если будет лучше, тебе это самое почет. А Перми герб. Торжественно вручат ключ. Понял. От города, как крестному герба. И тогда мы с тобой вернемся к этому разговору. Все, хорошо. Находился на допросе, медицинские эксперты изучили тело Кэсси и сделали несколько тревожных выводов. Девушка получила около 30 ударов острым предметом. Причем с высокой долей вероятности использовались два разных орудия. Это говорило о том, что нападавших могло быть двое. Кроме того, Кэсси не была подвергнута насилию, что делало мотив убийц абсолютно непонятным. Ну все, вот и открылся фильм, на который здесь идет омаж. Ты понимаешь? Фильм «Крик».
Там же в чем суть была? Два пацана подражали ужастику, да, и как будто бы оживили в, ну, сценарий фильма, угу, да, прямо вот в реальной жизни. Все это навело так? детективов на мысль, что убийцей мог оказаться Мэтт. Они допускали, что между парой возникла ссора, в ходе которой парень взялся за ножи. Это бы исключило сразу две версии – об ограблении и нападении с целью совершения насильственных действий. Тогда следователи решили надавить на парня и предложили ему пройти допрос с применением полиграфа. О. И это принесло свои плоды. Мэтт внезапно заявил, что действительно скрыл от полиции одну деталь. По его словам, в тот вечер он позвал двух общих друзей из школы, где они учились с Кэсси. Парней звали Брайан Дрейпер и Тори Адамчик. Они дружили с Мэттом и Кэсси и в тот вечер согласились прийти к ним в гости, чтобы посмотреть фильм. Вот только они не задержались там надолго, поскольку кино показалось им скучным. Незадолго после приезда они сказали, что лучше сходят в местный кинотеатр. Чиф! Индийское казино. Крыто. В резервации. Казино в резервации. Ну, сохраняем традиции этнических жителей, да, это коренных Америки. Да нет, тема не про то, что как бы это традиция коренных жителей, тема про то, что казино просто выгодно строить. Ну, выгодно строить. Вот. Кинули дом. Как... Что-то... Да, Мэтт ехал... Да. Ну ладно, я хотел посмотреть, что за фильм. Стив Маккуин. Стив Маккуин. Крутит. А мой с матерью, он позвонил Тори и сказал, что направляется домой. Парень планировал встретиться с друзьями этим вечером, но те уже сидели в кинотеатре. Мэтт объяснил детективам, что не стал впутывать друзей именно по этой причине. Они не задержались в доме надолго и не могли располагать никакими полезными сведениями. Тем не менее... Это признание закрыло для полиции вопрос. Ой, сейчас я похвастаюсь, да, вот у меня такая есть кружка, я сегодня взял ее с собой. Это Нива. Видно, это авторская твоя. Выписываю я журнал про Ниву, мне прислали на юбилейный выпуск с Нивой кружку. Да, Нива, Нива кружка, чай внутри. Паками. Круто. Кэсси заперла их наверху протекает именно из-за прихода Брайана и Тори. Так, нельзя уж только так. Ну, почти... главное, отечественное. Главное, что Нива есть, да, но протекает. Видимости, доберманы были знакомы с Мэттом и не проявляли к нему агрессию. А вот на посторонних людей реагировали негативно. Полицейские допросили этих парней, и они полностью подтвердили слова Мэтта. Уехав из дома Кэсси, они отправились в кинотеатр на ночной сеанс, в связи с чем у них было алиби. Детективы изучили их биографию и пришли к выводу, что парни, скорее всего, не причастны к случившемуся. Оба не имели никаких проблем с законом и были на хорошем счету. Угу. Однако полицейские все же решили проверить их алиби и сходили в тот кинотеатр. К их удивлению, кассир заявил, что Брайан и Тори не появлялись там в тот вечер. Девушка, работавшая на кассе, училась с ними в одной школе и знала обоих лично. Поэтому она была уверена, что парни не приходили в кинотеатр. Это было подозрительно, но детективы не спешили обвинять двух друзей в убийстве. Они не исключали, что Брайан и Тори соврали с целью скрыть какое-то мелкое нарушение. Возможно, вместо кинотеатра они поехали куда-нибудь выпить или провести время другим, не совсем легальным образом. Но и игнорировать ложное алиби полицейские не могли. Вариантов не так много, конечно. Каким еще нелегальным образом? Воровать магнитофоны? Нас обвиняют в убийстве. Но главное, чтобы они не узнали, что мы выпили. Поэтому он соврал. Черт, Джон, мы же были пьяны. Надо соврать. И даже если нас посадят на полиграф, все. Пусть лучше нас признают за убийство, чем узнать, что мы выпили. Да-да-да. Только чтобы... Не знали, что мы алкаши. Блин, мне это дело напоминает наших молоточников. Ой, кто это? Тоже два дебилиша в студенческом городке. Дело старое, слушай, попусть говорят, не слышал, якутские маньяки. Ну, расскажи поподробнее. Два малолетних человека, значит, тоже насмотрели всей этой хуйни. Там не про выпадание из окна, нет?
Нет, нет, тоже решили стать маньяками, там, про Пичужкиным восхищались, вот, группу какую-то делали, фан-клуб Пичужкина ВКонтакте, и решили, типа, очень ходить, убивать что? Людей, это... на камеру снимать это все, выкладывать ВКонтакте. Бля, мне кажется, что ты так и мог услышать. 100% слышал, прямо лоточник. Так, так, а их в итоге все задержали? Конечно, задержали, ну, не успели не сразу. Не, много всего успели сделать. Да? Да, там, человек 5 они убили, наверное. О, не, я что-то подробностей таких не помню. Ну, вот прям тоже, два малолетних дебила каких-то сошлись. Посмотрим, может, обязательно когда-нибудь. Они начали думать, как заставить парней рассказать правду. В какой-то момент они даже планировали начать прослушивать их телефоны. Вот только необходимость в этом быстро отпала. Детективов и жителей города ждал очень неожиданный поворот. Уже на следующий день после обнаружения тела Кэсси в полицейский участок пришел Тори Адамчик со своими родителями, которые заставили его рассказать детективам шокирующую историю. Так. Тори заявил, что девушку убил Брайан, а он стал невольным свидетелем этого преступления. Согласно его рассказу, в тот вечер парни просто... Вот реально молоточники. Вот тоже походу, те, да. Один винил другого, что на самом деле он все делал. Я просто был там, да, так, я, да? Просто. А в итоге чел на самом деле всю замышлял. Угу. И, ну, второй тоже, типа... То есть в равной степени они, да, в общем-то, были виноваты. Тут то же самое. Блин, ну как же так? Чего их сподвигло на это? Решили напугать Кэсси и устроить своеобразный розыгрыш. Вот оно. Перед тем, как уйти из дома ее дяди в тот вечер, они незаметно открыли заднюю дверь. Далее Тори и Брайан соврали, что направляются в кинотеатр, но вместо этого припарковали машину на другом конце улицы, одели пластиковые маски, темную одежду и вернулись назад. Проникнув в дом через заднюю дверь, они приступили к своему розыгрышу. Парни разбили окно и начали включать и выключать электричество, пугая тем самым Кэсси и Мэтта. Они надеялись, что пара спустится в подвал. Прикол. Такой, да? Прикол, прикольно. Вот так... О, друзья, так прикольно тебя разыгрывали когда-нибудь весело на окно, блядь. Нет, вы знаете, таких приколов не было. А будь, знаешь, еще прикольно, чтобы они в подвал еще от испуга забежали. Да, а мы там их с масками и с ножиками напугаем. А потом, знаешь, когда ты уже просто все, вот видишь, уже тебе конец, они такие... Тоха, так смешно видеть, как ты боишься смерти. Ты что, реально испугался, блядь? Да, ты что, испугался смерти, что ли? Ёпты. Ну, зачем такие вот, зачем вот так друганы? Да потому что пи***ят они сейчас. Бы проверить электрический щиток. Но этого так и не произошло. Примерно в это же время к дому приехала мама Мэтта, и Тори с Брайаном затихли. Они слышали, как женщина уговаривает Кэсси поехать с ними, после чего забирает сына и уезжает. Как только девушка осталась в доме одна, парни снова начали выключать и включать электричество. Они хотели, чтобы Кэсси спустилась в подвал, но та, по всей видимости, боялась. Угу. Тогда Тори и Брайан поднялись из подвала. Я бы двух доберманов бы туда запустил. Mm. Нет, не вариант был бы. Просто открыть дверь вот так вот раз туда, второго, и дверь захлоп. Слушай, видно, в Айдахо запрещено ношение оружия. Я бы нашел бы оружие у деда просто... бы какого-нибудь. У них наверняка вот заряженные ружья на стенах у всех висят. Пала наверх и наткнулись на девушку. В этот момент, согласно рассказу Тори, его друг внезапно достал нож и начал наносить Кэсси удары, превратив безобидный розыгрыш в жестокое убийство. Происходящее шокировало Тори, и он испугался, что следом Брайан может убить и его. Они покинули место преступления и направились в дом к Тори, где переночевали. Всю ночь парень не мог уснуть и боялся, что Брайан может напасть на его семью. Во время этого рассказа Тори плакал, но детективы посчитали происходящее обычным спектаклем. Ну, это, естественно, так и было. Кто первый пришел, да, из двух с повинной, естественно, там будет написано всегда одно и то же. «Меня клеветали, заставили, он полудурок, сумасшедший, я ему говорю, стой, Джон, а он дальше ножом бьет». Да. Ну, кто бы это поверил? В итоге этот чел, наверное, и основной виновный. Да, а там родители наверняка дантист и, ну, знаешь, такие уважаемые люди, которые такие, ну, понятно. Наш все. Мальчик. Нет, наш мальчик не мог. Расскажи следующую историю. Он рассказал? Копы не дураки. Из отчета медицинского эксперта они знали, что удары наносили двое людей, поэтому история Адамчика не имела никакого смысла. Напротив, детективы прекрасно понимали. Если Брайан напал на Кэсси, Тори тоже в этом участвовал. Но они не спешили обвинять парня в обмане, вместо чего решили ему подыграть.
Им необходимы были физические улики, поэтому они успокоили Адамчика. Этого копа часто показывают, видимо, он был, знаешь, таким это, ну, головой операции. Заводил за нос кольцом. То есть там, ну, мы их сейчас как бы это не будем привлекать. Сначала посмотрим, что они скажут. Им повезло еще, знаешь, то, что быстро так все раскрылось, потому что эти школьники, им некуда было деться. Угу. Убей вот эту женщину, какой-нибудь сумасшедший, и переедь в другой штат, потом в третий, в четвертый. Вот этот вот чел бы со своими этими уловками в натуре только школьников бы и смог ловить. Он бы никогда бы не поймал этого человека. Как вот так получилось? Да нет, слушай, все маньяки ломаются очень быстро на этих допросах. Да и все люди ломаются. Это если поймаешь именно того, кто нужен, и поломаешь того, кого надо поломать. На этих допросах, Тох, вот единственное, кого не поломаешь, как вот в этом. За что сидел? Да, три ножевых. А, нет, он сказал, что нож подкинули. Нож подкинули. Вот такие не ломаются под этими допросами. Там и хитростью не возьмешь. Да, там вот совершенно люди другого порядка. А вот любой остальной человек там достаточно просто посидеть часов 5-12 в этом. Ну, знаешь, да, как они любят? Просто посиди, подожди. А ты же сидишь час, два, три, четыре. А что происходит-то? Когда будет, скоро будет. И вот спустя 12 часов начинается. Да нет, да ладно, 12, спустя 48. Ну, сейчас приду, подожди минутку еще. Не спи. Да, главное, не засыпай. Пропустишь самое интересное. Допрос. Самое интересное скоро будет. И заверили, что ему нечего бояться. Далее парню объяснили, что они смогут посадить Брайана в тюрьму лишь в том случае, если Тори покажет им, куда они спрятали одежду и маски после убийства. Это сработало. Тори рассказал, что сразу после содеянного они выехали за город и закопали все вещи возле каньона Black Rock. Детективы вывезли его на это место, и он указал им точное расположение тайника. Ой, вообще, мне кажется, это такой был. Это было самое вообще опасное место на Диком Западе, вот этот Black Rock. Я думаю, здесь индейцы, этих бледнолицых просто не жалели. Так же, как и их кавалерия, просто там шпиговала свинцом. Это же просто пи***ц. Представляешь, какая там была история? Ну, да. Какая там вот история произошла вот в этом Black Rock, мне кажется. Наверняка там была какая-нибудь галантерейка маленькая, где можно было переночевать, когда пурга. И там отстрелили яйца этому. То есть, думаешь, похоже на омерзительную восьмерку? Это омерзительная восьмерка, да. Только они в... Куда они там ехали? Как же назывался этот город? Это Black Rock, а они ехали в Red Rock. Там с местом захоронения улик полицейские также заметили пепелище от костра. Тори объяснил, что они с Брайаном сначала хотели сжечь все вещи, но у них ничего не получилось. Дело в том, что они пытались разжечь костер с помощью перекиси водорода, и, к своему удивлению, выяснили, что она не воспламеняется. Дебилы, блядь. Полицейские раскопали тайник, и там их ждал неожиданный сюрприз. Они надеялись, что им удастся заполучить лишь одежду со следами крови. Ножи. Однако под землей оказалось гораздо больше полезных улик. Маски, перчатки и это прочие элементы одежды были покрыты кровью. Кроме того, рядом лежали два ножа, которые детективы сразу приняли за орудие убийства. Там также находился частично обгоревший лист бумаги, на котором почерком Адамчика было в деталях расписано, как они с Брайаном убили Кэсси. Всего этого уже могло бы хватить для ареста обоих подозреваемых. Но на дне ямы лежала, пожалуй, самая... Какой нож дикий! Да? Зазубренный? Я просто не разбираюсь, Тох. Это, ну, вообще запрещены такие ножи, по сути. Нельзя вот так. Это супер рваная рана наносится, да. Вот с этим зазубрином сверху, рваная рана, истекаешь кровью, это просто... Такая улика. Следователи обнаружили видеокассету, содержимое которой повергло их в шок. Тори и Брайан записали так называемое обращение к будущим серийным убийцам. В нем парни рассказали о том, что планируют убить двух своих друзей, Кэсси и Мэтта. Они расписали свой план и пожелали удачи всем остальным убийцам. На кассете также была запись, сделанная в день убийства. Тори и Брайан взяли что-то вроде интервью у Кэсси и Мэтта в школьном коридоре, после чего в очередной раз заявили на камеру, что собираются убить их. Но самое жуткое было дальше.
Следующие кадры были сняты уже после убийства. Но стоит задуматься, если тебя берут интервью два подонка и такие, тебя убьем. Не, они не сказали это. А мне показалось, что они... Как типа... я понимаю, они записали и потом уже записали, что... А, то есть они это все на одну, типа на одной пленке поместилось, но не в момент взять интервью. Блять, я-то думал, то, что они, знаешь, там дразнили и ходили. Но это да, это странно очень. Когда парни ехали в машине избавляться от улик. Они смеялись, кричали и ликовали. Тори и Брайан не скрывали свой восторг и поражались, как легко у них получилось отнять чью-то жизнь. Разумеется, с таким набором улик Адамчик уже не мог и дальше притворяться невинной жертвой. Полицейским было очевидно, что он принимал непосредственное участие в убийстве, и парень в слезах признался, что действительно нанес Кэсси несколько ударов ножом. В итоге оба преступника были арестованы, но полицейских ждало еще одно важное открытие. Они заметили, что на кассете Брайан постоянно что-то записывает в тетрадь. Детективы обыскали его комнату и обнаружили ее, тщательно спрятанную от посторонних глаз. В тетради был составлен список вещей, которые необходимо было купить перед убийством. Но дальше следовало нечто действительно жуткое. Список из 20 имен. Оказалось, что преступники собирались убить 20 человек в течение следующих 2 лет, делая паузы по месяцу. Прикинь, план какой... Ребят, план был, да, какой у них? То есть это не просто тебе там, знаешь, смоделируем кому ситуацию, сейчас убьем 2, причем этому парню повезло, который был вместе с девушкой. Вот мама забрала его домой, и он бы так бы тоже в этот вечер был бы убит. 20 человечков хотели убить. Это что такое вообще? Неужели фильм так на них подействовал? Да нет, это как, слушай, это как... Да, вот... Опять же, был основан вот их именно образы визуальные на фильмы «Прирожденный убийца» Оливера Стоуна. Угу. Но пошли они тогда на фильмы, а пошли просто там по личным каким-то, по каким-то личным мотивам. Угу. Там кого-то гнобили, у кого-то какие-то проблемы были в семье. И вот тут то же самое. Тут не потому, что они «Крик» посмотрели и решили это сделать, а потому что «Крик» как бы дал визуализировать в любом случае то, что они собираются сделать. Понимаешь? То есть они прямо вот посмотрели на видео, да, вот как бы выглядел их план на самом деле. Ну, да, вот, как бы идеально. Они эстетическую взяли составляющую у кино там и у чего-то такого. А так в целом, ну, не посмотрели бы «Крик», да, посмотрели другой фильм, и, ну, сделали бы в любом случае свое злодеяние. В том или ином образе. Но я уверен, то, что вот эта вот художественность фильмов, да, она ни разу не повторяется в жизни, как угодно. То есть это, конечно, это, нет, это вообще да. будет не похоже никогда на то, что они видели. Это, и у них было большое заблуждение, что это они будут. Если бы кто-то пытался повторить бы «Хэллоуин», да, фильм, то они бы заметили, что Майкл Майерс медленно ходил, и маска в таких делах мешает чаще всего. И Майкл Майерс, и заметили бы, что он бессмертный, если да. у тебя 6 раз выстрелит, скорее всего, ты помрешь, блядь. А не встанешь и не уйдешь легкой походкой, как будто ты ходишь по торговому центру. Да. Ну да, вы попробуйте, да, я не знаю. Короче, вот эти все там то, что фильмы, игры, сериалы, еще что-то, это просто подонки находят себе какой-то да, визуальный, да. эстетический образ, который им так или иначе нравится, и они решают воплощать его в жизнь, да. Ну, в любом... Вот знаешь, сейчас тоже тема популярный сериал «Слово пацана». Я его не смотрел, и... Ну, про казанские группировки там, ну, про гопников-то того времени, да, про банды мелкие. Вот. Вообще отзывы хорошие. Да нет, отзывы хорошие эстетически, то есть по кадрам, я сам сериал не смотрел, но по кадрам я вижу, очень красиво сделано, да? То есть там соблюдены какие-то вот эстетические. И сейчас, как бы, малолетние дебилы, которые и так бы совершили бы какую-то хуйню, им еще в их время подвернулся этот «Слово пацана». И вот они в эстетическую форму решили так обернуть свои злодеяния как-то. Я могу вам так сказать. Вот когда я был еще совсем, ну, допустим, не маленьким, да, там был мне лет 10, подросток был. У нас на районе были еще отголоски вот того времени, это же все 80-е годы, да. Знаешь, там у нас тоже, вот, если в интернете ходит вот Купчино, да, вот весь наш район, поделенный на микрорайоны, ага. и у каждого было свое название. Там Одесса, Болото... Кресты и так далее. Вот дворы назывались по-своему. И была война дворов. Но это было еще до нас. Но потом, уже во времена, когда я учился в школе, появлялись вот эти вот ребята, которые, ну, потом в будущем стали гопниками, которые подражали вот тому, что было еще лет 10 назад, 15, и мы об этом рассказывали их отцы. И да, вот на трубки кидали, и меня кинули как-то раз на трубку. Ну, я сам виноват, я ж бригаду слушал. А 2 гопника сидели на поваленном дереве. И чем у тебя,
Лестница шагала. Да. А что там? Там-та-там-та-там-там. Миди. Причем, а Siemens C50 у меня был, но, естественно, его подрезали. Вот. Ну и там куча таких было всяких штук, да. Просто те, кто постарше, да, они посмотрят этот сериал, и они ну, посмотрят на картинку, посмотрят на хороший сюжет, потому что я вот видел Бурунов, он там, говорит, такой великолепный сценарий, работал над ним. А вот те, кто помоложе, они просто впечатлятся этим и такие, типа, блядь, так можно бить на улицах. Это нет, вообще ты перевернул все слова, которые вот я сказал. Только. Почему? Ты именно ну, потому сказал. Что не посмотрят они сериал и не станут действовать. Они и так бы действовали. А, ты имеешь просто в виду, увидев мои... этот сериал, они станут действовать вот как тут. Но это тогда можно что угодно обвинить. А я не обвиняю, я просто говорю о том, то, что это может вот так вот просто тоже картинку такую в голове сформировать. Среди них были друзья, учителя и даже родственники Тори и Брайана. Пишите в комментариях, стоит ли мне посмотреть. Полицейские поговорили со всеми людьми из списка, и для них это стало настоящим шоком. Все они думали, что находятся в хороших отношениях с теми, кто на самом деле собирался их убить. Оказавшись под арестом, парни начали перекладывать вину друг на друга в надежде избежать наказания. Несмотря на то, что обоим преступникам было по 16 лет, их решили судить как взрослых. Судебные процессы начались. А вот как я вообще вот это, не, честно сказать, не до конца понимаю. Какой? Ну, то есть есть закон какой-то, что типа малолеток судят, ну, по малолетству, взрослых как взрослых. А вот в Штатах это я неоднократно видел. А давайте как взрослых. А давайте это да, в пи***. Как взрослых будем судить? Чё? Слушай, от тяжести преступления, скорее всего, зависит. Не, но все равно, ну, как бы закон же, он есть закон, не? Есть, но... Он, вот у нас, к примеру, вот такая вообще не прокатит. Ты не можешь, как бы, если малолетка какую-то совершил, ты не можешь такой, да похуй, будем, да похуй, судим как взрослых, струя чем струя. Я думаю, можно. А почему нет? Если он убил человека, и к нему отношение другое. Но ты не можешь у нас, просто если такое случилось. Не, если ему 16 уже есть. Ну, я не знаю, что у нас по малолетству считается до 16, до 14, но ты не можешь его судить как взрослого человека, просто нихуя. Есть же закон, который говорит, что детей судим по детскому. Взрослых по-взрослому. Ты не можешь внезапно судить взрослого как ребенка и ребенка как взрослого. Мы с тобой в этом не эксперты, надо вникать. Но напишите в комментариях. Надо посмотреть, до какого момента, не обязательно до 18 лет, понимаешь, наступает. Вот ответственность твоя, именно уголовная, да, наступает с каких, 14 лет? 14 лет раньше было. Да, и возможно в каких-то определенных случаях тебя будут судить не так, как, знаешь, там, за ту же кражу, да, если ты кого-то убил. Это несопоставимо, да, по уголовной ответственности с какой-нибудь кражей. Может быть, исключения будут. Хотя, кто знает, мы же не эксперты, правильно? И велись раздельно. Но говорим, как эксперты. Тогда же выяснилось, что Тори и Брайан вдохновились на убийство культовым фильмом «Крик». И даже пытались подражать маньяку в маске. Это объясняло выбор оружия и попытки напугать жертву отключением электричества. Кроме того, они боготворили серийных и массовых убийц, таких как Тед Банди или... Другими словами, их единственным мотивом было желание убивать. Причем они хотели превратить все это в шоу. Парни рассчитывали, что после всех совершенных убийств они станут легендами и войдут в историю. Несмотря на все это... Вот как, да, вот настолько вот, я не знаю, искажено представление о мире у этих ребят, что они думают, что таким образом они войдут в какую-то историю. О, вот, лежа. Слушай, ну, как мрази на задворках этого мира. Никому не нужны крысы. У них в головах рисуется это совершенно все по-другому. Они смотрят на это все у себя вот как бы и думают, блин, деяния сопоставимые, там, я не знаю, с каким-нибудь там библейским масштабом и так далее. На деле два полудурка, забравшиеся в дом и совершившие страшное просто вот такое преступление. И сядут навсегда. И это не факт. И, кстати, да, вот интересно, что сейчас... Хотя, наверное, будет. Навсегда. Но если как взрослых и будут судить, скорее всего, да. 25 лет дадут с продлением еще на 300. Угу. Знаешь, типа бесконечное продление. Меняемыми. Поэтому никаких поблажек от суда им ждать не стоило. 17 апреля 2007 года Брайана Дрейпера признали виновным в убийстве и сговоре с целью совершения убийства. 8 июня Тори Адамчик был признан виновным по тем же обвинениям. Оба были приговорены к пожизненным срокам без права на досрочное освобождение, а также по 30 лет сверху на каждого за сговор. Семья Адамчика возмутилась таким суровым приговором. Они считали, что суд должен был принять более мягкое решение, поскольку их сын привел детективов к уликам.
Однако судья прекрасно понимал, что никакой заслуги самого Тори здесь нет. Парень просто испугался и попытался свалить вину на своего приятеля. И это не дает ему никакого права на смягчение наказания. В последующие годы Тори и Брайан неоднократно подавали апелляции, пытаясь снизить свои сроки, но каждый раз им отвечали отказом. Скорее всего, эти двое уже никогда не выйдут за пределы тюрьмы, если американские власти не решат сделать им поблажку. Что же мы имеем в итоге? Бесспорно, Тори и Брайан являются самыми настоящими психопатами. Но они полностью осознавали все, что творили. Они начали готовиться к убийствам задолго до нападения на Кэсси. Старались продумать каждый шаг. Полиции отчасти повезло, что оба маньяка не отличались блестящим умом. Они даже не задумывались о том, что их фальшивое алиби можно будет проверить за несколько минут. И это сразу сделает их главными подозреваемыми. Сейчас они продолжают отбывать наказание в одной тюрьме. Только теперь они ненавидят друг друга за взаимные попытки свалить вину. Семья Кэсси так и не смогла вернуться к нормальной жизни после всего этого ужаса. 13-летняя дочь Фрэнка, которая первой обнаружила тело Кэсси, позже попыталась свести счеты с жизнью. Фрэнк с семьей также вынужден был съехать из этого дома, поскольку никто больше не мог там находиться. Несмотря на то, что полицейское управление прислало экспертов, очистивших место преступления, жители дома больше никогда туда не заходили, кроме как за вещами. Фрэнк много лет пытался продать его, но не смог найти ни одного покупателя. Все прекрасно знали историю этого дома и не хотели там жить. Для мамы Кэсси единственным утешением стал тот факт, что убийцы были пойманы и отправлены за решетку. Хоть это и не вернет ее дочь. Да, да, дорогие друзья, под конец уже было нечего сказать, потому что действительно, ну, по сути, эта история, конечно, шокирует, понимаешь, вот своей вот этой вот размахом глупости, да, и в то же время вот это вот ужасами последствий. Убили человека просто так, по сути, просто так, не ограбить. Ну, я не то, что говорю там, понимаете, да, о чем я не говорю, что там, знаешь, ограбил, это хоть какая-то причина была, тут же просто придурок решил со своим друганом подражать какому-то фильму, где куча дыр сценарных, знаешь, там же нет такого, ну, сам подумай, да, они вот даже не потрудились придумать, где они были, там просто приходит чувак, маски Крика, он ее убил и убежал, его никак не могли поймать, куда он убежал, кто это был, вот идиоты. Слушай, на самом деле, вот самое стрёмное во всем этом, две вещи. Первая вещь, что если бы это были бы люди постарше, поумнее, то у них бы все получилось. Я уже это говорил, потому что, ну, даже в 16 лет вот так план продумать, в одном они, конечно, обосрались, слава богу, и их поймали сразу, но так или иначе, как они продумали это преступление, вот если бы, опять же, был чуть побольше житейский опыт, может быть, у них это все и удалось. И была бы возможность, понимаешь, сразу оперативно после этого уехать. Да. А второе, самое вот страшное, это я так недавно стал задумываться, ну, что в целом вот серийный убийца, вот когда убивает одного человека, это же происходит на самом деле убийство не просто одного человека. Это вот в целом как все цепляется, одно вот, как бы вот даже если вот один убийца, один убитый. Да. Это есть семья убийцы, которая все это видит и просто... Жизни им нету на их родном городе, там и угрозы постоянные какие-то, то есть тоже приходится все менять. Это семья убитой, да, которая тоже 100%. Там что угодно может происходить, и это вот получается не просто лишение жизни одного человека, лишение жизни прям вот каких-то ячеек общества, которые тоже могут влиять на другие ячейки общества. 100%. И это вообще пиздец. То есть вот если это какие-то убийцы, которые там прославились большим, грубо говоря, списком, да, это получается, они реально, ну, там тысячи людей, это вот так или иначе по какой-то там этому эффекту бабочки может цеплять. Совершенно верно, и даже здесь, да, смотрите, сколько семей, да, не смогли вернуться к обычным. Ужас, ужас, ребята, да, и вот какой совет дать вам, исходя из этого всего? Во-первых, не створи себе ни кумира, и не надо подражать всякой которые вы видите там по телевизору. Вдохновляться можно всякими, знаешь, этими вот добрыми делами. Смотрите спорт, смотрите бокс, где борьба равная, а не так, что подкарауливают где-то с ножом тебя в подвале. Ну, я к тому, что, да, как бы добрые передачи. «Крепкого орешка» смотрите. Да, вот как Брюса Уиллиса. Джон Маклейн всех как перед... Джон Маклейн. Террорюк, блин, вот. Перехерачил. Бэтмена берите за основу. Супермена, всех героев Марвел, естественно. И помните, самое главное. И даже Винни-Пуха. Всегда
в «Человеке-пауке» главный злодей опиздюливается. По-любому. Да, да. Спайди рано или поздно вас запиздит, если вы решили. Вот кажется, прикольный, да, зеленый гоблин или прикольный хоп-гоблин. Спайди ебашит его. В любом случае, по-любому, ну там по-другому никак. Никак. Ну никак. Никак. Спайди даст пи***. В конце концов, захуярит тебя, да, чел. И Бэтмен и загадочнику, и Джокеру. Даже, да, Джокер опиздит. Все равно, всегда, по итогу. Там как угодно, что умное придумает. Бэтмен, сколько этому Бэтмену? 60 лет пиздюливается на протяжении всего. Да, ребята, так что имейте свою голову на плечах. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что смотрите меня. Никитоса, у него тоже выходят хорошие ролики, интересные. Подписывайтесь на канал, ребята, приходите на стримы. Майнкрафт сервер недавно открыл. Присоединяйтесь к нам. Бусти, киномарафоны. Смотрим еженедельно какой-нибудь фильм. Ребята, спасибо большое. Все соцсети в описании. Все там, все, ребята. Не запутайтесь. Всем спасибо, всем пока. И прощаемся с вами на эту короткую неделю, ребята. И... берегите себя. Чё, кого, сучара? Кузьма 671 Games. Подписывайтесь. Все, давай, до свидания.